На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Forbes сообщает, что пропавшие картины и финансовые документы по иску Промсвязьбанка против бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых следователи нашли на территории склада в городском округе Домодедово. В ходе оперативных мероприятий обнаружили более 200 картин, финансовых и иных документов. Среди них вывезены из Института русского реалистического искусства картины «Нарушение запрета арбитражного суда столицы». Это картины Исаака Бродского, Георгия Низкого, Александра Дейнеки. Их стоимость оценивается в сотни миллионов рублей. Об исчезновении предметов искусства и арестованных по иску против Ананьевых объявили в Промсвязьбанке в июне. Алексею Ананьеву ранее принадлежали здания и коллекции института. Затем здание Института русского реалистического искусства перешло во владение компании, принадлежавшей супруге Ананьева. В октябре суд признал этот контракт недействительным. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!